Всем здорово, с вами Игрок, и мы продолжаем играть в Обливио, эту замечательную игру. Ага, спросить у нее я понял. Давай. Мне только детей. А да, проверим, что... А зачем еще нужны друзья? Фатис также владеет башней к юго-востоку от города. Именно там он держит свои самые ценные вещи, а не в замке. Только Фатис может открыть дверь в эту башню. Но где-то должен быть секретный туннель, начинающийся в замке и ведущий в его башню. Спасибо, великодушная леди. Дальше. Да пребудет с тобой благословение Агатоша. Так. Что там? Там. Сэр. Мне его продать. Все свое вещь. Да, я могу что? Это сделать там. Привет. Давай-ка. Привет, да? Побал. Ты потрясающий клиент. Так, вот тебе. Хорошая цена. Тебе у... Так, шлем страшный. Тебе удалось неплохо заработать. Не знаю, откуда он меня даже не знаю, как получилось. Потому что вот еще ворованная. Так. Говорят, что если ты убьешь как. Так, давайте-ка. Жиртроля. Че он там дает? Повреждение, ловкость, повышение обаяния. Че дает повышение обаяния 11? Ага. Давай-ка. Сейчас же он пропушит ничего. Так, с Эльниной можешь что-нибудь. Только это там. Крабовое мясо. Это сопротивление. Опа. Уважительное здоровье. Опа. Давай, походу. Опа. Длинная соль. Смех холоду. Вон огнем. Состояние обаяния. Состояние магии. Давайте. Иди безумно зелье. Шляпка. Белая ловкость. Давай. Кого-нибудь? Так, теперь у нас все равно дохера, если. А вот. Во сне к тебе при... поболтать и... Ты потрясающий клиент. Это вроде все, да? Да. Пусть. Мне интересно, вот что пёрышко делает. Пёрышко. Смотри. Пёрышко на себя, это что? Прой к тебе. И пёрышко, да, даёт вес. Точно. Точно. Ясно. Так что если на меня это кидают тему, я могу пёрышко. Ну, из посоха. Тему это кидают, которая дает мне. И всё. Минус у меня минус веса для тебя. Пёрышко. Это можно, короче, кучу зелий сделать на пёрышко и типа воровать, да? Просто набирать всё, что видишь. Пиздец.
Три тролля мы сделали, а? Я лично сам руками голову разорвал. Это ты? Привет. Привет. Говори. Что? Откуда у меня ключи? Мне нужно зайти в комнаты Паттинса Арена в замк Бравила. Пора начать поиск следовательства. Опа. Ого. Неплохо, у него тут шинчиков. Ааа, сбился. Нормально. О. Ожерелье. Нет дорогого вина. Давай-ка. Опа. Где? Ага, клеймиское клеймо. Давайте-ка соберем. Смолок. Так. Охеренно продать мне. Ну вот, стрелы возбуждения, казалось, не в одном из сундуков покоя Паттиса. Начинаю думать, что я не там ищу. Здесь нет достаточного количества магических вещей. Что странно для волшебника такого размаха, как Паттис. Интересно, а нет ли у него какой-нибудь секретный убежище, где он хранит свои сокровища? Есть, он уже сказал. Воу. Чё-то пой. Я. Это ничего. Абуза. Все кончено. Так. Нихера. Какая жестокость. Стой! Что? Так. Не мог знать, что это. Явно не мог. Читер. Боги! Что? Все кончено. Да. Я тебя... Стой! Осторожно! Если у меня какой-нибудь выход. Вот такой есть выход, что это за говно. Так. Чего? Не хочу так. Быстрее! Да, да, да. Сначала обычно. А, очень сложно есть. Ладно, надо задачу открыть. Ага, теперь уже другое. Ага, теперь другое. Не теперь хотя бы есть хватает.
еду. Это уже знаю у вас. Оу, привет! Что на этот раз? Добрый вечер! Поспеши! Ганс Черный Ноготь, кузнец замка. Это необременительная должность. У меня много свободного времени, и я могу оказывать услуги простым людям. Он придворный маг. Его комната находится в северном крыле. Темная личность. Говорят, он якшается с Дейдра. Тебе бы лучше держаться от него подальше. Береги себя. Быстрее. А если я буду... Продолжай. Хватит болта. Все кончено. Да. Добрый вечер. Попытать ли это меньше усилий бейнков, да ладно. Какой смуглый мир. Все кончено. Жаль. Хорошо. Нет, не смог разгулиться. Расспрашивать надо, значит, ты не мой друг. Ну, что-то долго. Что тебе нужно, лесное существо? Что вообще в задании написано? Стрелы сближения казалось, я в дом сюда пока не слышно. Думаю, что они там еще здесь сидят, что все сейчас. Встал, шаги, кожа, благо, понятно. Колонны тут проверить, что все. Давайте. Так. Лежник взломать. И на кольцо. Угу. Ничего тут не оказалось. Что там сидит?
Стой! Ясно. Какие у тебя крепкие кулаки. Ну и что мне делать? Что за дело? Вообще непонятно, что делать. Мне об этом ничего не говорит. Говорят, что... 10 часов. Быстрее! Уходи! О, точно. Тебе нельзя находиться здесь. Тебе нельзя находиться здесь. Неплохо. Что за кирас? Еще парочку раз побегай, скажи мне это. Это последнее предупреждение. Убирайся, или я позову стражу и тебя арестую. Сломалась игра. Ничего. Ничего нет. Плавчихи. Я не знаю, где она бывает, когда не плавает в канале. Говорят, что городская плавчиха научилась становиться жизнью. Да, ну ладно. Пока. Тебе дня. Не высись перед тебе. Да. Что на... Регулус Терентиус. Я гра... Регулус Терентиус, граф Бравилла. Это похвально с твоей стороны. Прийти представиться. Хотя и бессмысленно. Я граф. А тебе не о чем говорить с графом, так ведь? Вот и хорошо. Надеюсь, мы поняли друг друга. Тогда ты можешь идти. Он придворный маг. Темная личность. Береги себя. Там граф, чего с ним? Бабок не поп. Стража! Ух! Ух! Так. Казарма. Темница. Не кухня, это просто обзор замка. Через комнату. Он нам сказал, интересно, нет ли у него когда-нибудь какой-то убежище или какой-нибудь сокровище.
Интересно, интересно. Я могу им не сказать. Мы всегда... Хватит болтать. Ого. А что там сложно? Следующий. Ты что это такое делаешь? Давай, короче. Как дела? Привет! Всегда приятно послушать. Часы, бред. Она очень красноречива. Это не открывается, значит, возможно, что-то связано. Как вы думаете? Возможно. Понимаю, она также обучает этому навыку. Пока. Удачного тебе дня. Нет, я должен. Дальше. Ага, в кутичной комнате. Давайте заценим. Продолжай. Пока. Можешь поговорить еще с бродягой? Просто нет никаких указаний. Что за бред? Да. Я умею остановиться какой-нибудь. Чтобы понимать все. Ну-ка. И еще одна монетка. А зачем еще? Только Фатис может открыть дверь в эту башню. Но где-то должен быть секретный туннель, начинающийся в замке. Да, да прибудет с тобой благословение. Легко сказать. Так сойдет поставить, а может не сойдет. Опа, хорошо, да? Да. Так. Так. Вот это... Другие двери есть. Акробатика на... Ага. Неплохо.
Дрошан же приветствует тебя. Он работает при замке в Великих Зеленых Садах. Дрошан же также обучает искусству взлома. Мы не говорим о нем на людях. Гильдия воров следует за Серым Лисом. Однако мы заботимся о том, чтобы большинство людей считали его просто сказкой. Насколько я знаю, Фатис Арен — умелый колдун. Да укроет тебя тень. Оу, привет! Он хотел идти. Ну что? Ну что делать? Ну что же мне делать? Ни хера. Я поспать могу. Все, что я могу. Акумхамор. Я, наверное, закончу серию и сегодня уже не буду снимать, потому что мне бюджет уже страшно. Столько понаехало всех. Гостей всех просто. О, хрень. Быстрой охоты. Для меня рад. Знание — сила. Надеюсь, Бравил, возможно, не очень привлекателен. Но замок Бравил и сады замка — это просто бриллианты, разве нет? Такое. Да укроет тебя тень. Уходи. Я Виер. Продолжи. Он придворный маг. Тём. Оставь меня в покое. Ага. Тупство. Ну это просто фейспалм. Просто фейспалм. Я так и думал, что это колонна. О май гуд, все мэдэм просто. Что это за бред? Просто бред. Главное не пукнуть рядом с ним. Кто еще услышит сохранение. Сдавайся, труп. Хочу проверить, сколько я ему отниму. Скрытность. Так, с неплохо. Но он так отнимает мне получше. О. Где будет на? Полегче, ты же мог меня еще не видеть. Чем выбрал нож? Тихо, выкидывай нож. Вообще. Грабли, я забыл продать, я забыл продать.
там ништячки давать. Никаких врагов, только ништячки. Кто здесь? Никого. А кто это? Херасия, тут у меня тут комбы всякие. Может, пока следовать. Новичка. Вот, это новичка, все. Новичка у меня есть. Может, смогу даже... Тебе надо зацелить, разойти. Ты отнимай. Неплохо. Ну-ка, стоять. Иди в бездну. Иди в бездну. На колени. Ну, блин, прикольно. Шок, щетка здоровый. Лемора должен за меня зацепиться. Назад. Ничтожество. Я понимаю. Что там? Травленое яблоко. Хочется задержаться. Думаю, что там 6 отмечек. Родился в тёплого. Я не видел этот баг. По-моему, тут конец. У меня все новичка. Вот, сохранить себе дальше. Умоляй, ничтожество. Умоляю. Фу. Тихо, тихо, тихо. Теперушка. Давайте-ка попробуем для сохранить, чтобы попробовать выйти из этой ситуации. Сейчас нет выхода, но пытаться выйти из этой ситуации. Тихо, мне показалось, что тут рычаг. Нет. Так.
Ну-ка. Гримора это будет сила, конечно, сильно. Нашел сразу же лазейку. Там рыба-убийца. А он не может проплыть, да? Вот хорошо. Это так. Придется закончить и продолжить следующую серию. Это интересно очень. Это же очень интересно. Всем пока, с вами был Друг Ка.